Милия. Великолепное выступление. Потрясающие танцевальные пары. Одно из лучших профессиональных танцевальных пар планеты. А мы с вами переходим к европейской программе танцев, молодежному турниру. Я познакомлю вас с парами, которые выступают в этом финале. Итак, молодежь 2 этим танцорам по 18-20 лет. По 256 номером выступает лучший российский танцевальный дуэт в этой возрастной категории. Чемпионы мира по версии любительской лиги Всемирного танцевального совета. Андрей Волков и Анастасия Кравченко. Пара номер 256. Но что же можно сказать об этих танцорах? Вы знаете, они чемпионы мира и также по версии «Молодежь 1». И в той и в другой категории в парижском Диснейленде они стали победителями на молодежных чемпионатах мира. Они также успешно танцуют и на взрослых турнирах. Пара, которая, конечно, является одной из надежд российского любительского танцевального спорта. Вы как раз сейчас их видите на паркете. Высокие, интересные, великолепное движение, абсолютное счастье и радость от осознания своих возможностей, своей техники, наслаждения от своего танца. Великолепные физические данные, уверенные в себе, технически подготовлены прекрасно. Замечательный танцевальный дуэт. Танго – второй танец этого финала. Марина и Артемий Каташинские. Вот это белое с черными аппликациями платье. Танцоры, которые в течение определенного времени выступали за Ирландию. Теперь вновь все-таки они россияне, вернулись как в Россию и выступают за клуб «Танстиль» Олега Кудинова. Пара номер 253, Кирилл Потапов, Олеся Макрова. Растущий во всех отношениях танцевальный дуэт и с точки зрения их роста и возраста, но прежде всего их профессионального мастерства. Вы сейчас их вновь видите на паркете. Высокие, стройные, элегантные, крепнущие от сезона к сезону. И у них, конечно, великолепное танцевальное будущее. Ну, а это одни из фаворитов этого турнира. Победители Блэкпулского молодежного турнира — Яцек Ешке и Ханна Зюдзевич. Польша. Пара номер 195. Тоже, как и Андрей Волков, Настя Кравченко, высокий, даже чуть-чуть повыше, наверное, очень стройный, с великолепным движением, с очень хорошей техникой, великолепным контролем движения. Венский вальс, третий танец этого финала. Брат и сестра, а я Сайлсил Гениатулин, и пара номер 293. Польский танцевальный дуэт готовится к исполнению своего фокстрота. Действительно, очень хороший состав собрали Анна Колодкина и Алексей Колодкин на танцевальных историях 2012 и в молодежных, и в взрослых турнирах. И, конечно, показательные выступления блистательных Мирка и Эдиты, а также Мели и Сергея стали поистине украшением этого события. Ну и я уже говорил об этом, очень приятно, что они отдают должное тем, кто сделал очень многое для развития танцев и в России, и в мире.
Фокстрот, четвертый танец этого финала. И пара номер 295, наши гости из Италии, Витака Сальваторе и Стефания Витака. Они приехали из Милана. Очень хорошая парочка. И последний танец финала «Квикстеп». Видите, как стремительно пронеслись Артемий и Марина Каташинские. Итальянцы. Андрей и Анастасия. Очень мне нравятся эти танцоры. И действительно хочется им пожелать, чтобы у них успешно сложилась их танцевальная судьба. Судьи, которые оценивают выступление, это Синкинсон, Великобритания, Марсел Драйк, Нидерланды, Леонид Плетнев, Россия, Игорь Кондрашов, Яна Покровская, Елена Минаева, Россия, Снеголь Вуд, Великобритания, Валентина Федорчук, Украина, Александр Зинкевич, Сергей Рюк, Лев Пинков, Россия. Ну, а результаты следующие. На шестом месте Аяса Айсылугини и Турины. На пятом месте Артемий и Марина Каташинские. На четвертом Кирилл Потапов, Олеся Макрова. Третьими стали наши гости из Италии, Сальвадоры и Стефания Витакка. Вторые – Андрей Волков, Анастасия Кравченко. И победители – наши гости из Польши. Один из лучших танцевальных дуэтов в мире в этой возрастной группе – Яцек Ешке и Ханна Зюдзевич.